сейчас вы готовите концертную программу, и чем она будет отличаться от предыдущего сольного концерта? Во-первых, наша программа называется «Весна, любовь, победа». И, конечно, самое главное место в нашей программе мы отводим именно победе, празднику Великой Отечественной войны, победе, 70-летию победы. И песни будут посвящены именно этому периоду. Какие композиции будут звучать? Самое, наверное, известное — это наша «Катюша», «Тальяночка» и музыкальное сопровождение «А зори здесь тихие» из кинофильма. Потом песни, которые, наверное, тронули мое сердце, и я с удовольствием хочу исполнить. Это будет впервые, причем эта песня новая. Пока мы ее нигде еще не исполняли. Держим ее, скажем так, в секрете. Поэтому для слушателей, я надеюсь, она будет очень близка. Пока не раскроешься? Нет, пока не скажу. Для тебя, как исполнительница в основном народных песен, какое значение имеют песни о войне? Какие они тебя чувства вызывают? Самые трепетные, самые переживательные. И, ну, в каждой семье есть свой герой. В каждой семье мы можем рассказать историю своих предков, своих победителей, своих героев. И, конечно же, у меня, с моей семьи, мои деды, которые пришли с войны, к сожалению, с ними я не была знакома, но моей семье всегда это рассказывалось. История их победы, история их пути. И в моей душе, в моем сердце живет это вот такой патриотизм. Хочется рассказать, хочется донести и своим детям. Я тоже буду рассказывать о их великих предках. Работать будешь только с квартетом «Губерния» или будут какие-то дуэты неожиданные, может быть? Нет, конечно, этот концерт мы решили подготовить разнообразный. Будут приглашенные коллективы, наши известные нашей Пензе, Пензенской области. Также будут подготовлены, готовится сейчас дуэт, поэтому я буду не одна. Надеюсь всех удивить и порадовать. Дорогие друзья, 31 мая в 17:00 в филармонии пройдет сольный концерт, на который мы приглашаем всех наших жителей нашего города и не только, на праздник народной песни. Приходите, мы будем очень рады вас видеть и подарим вам хорошее настроение и кучу впечатлений.